Болельщик баскетбольных «Химок» Денис Реутов накануне проявил себя на паркете круче профессиональных игроков. Сделал свой бросок на миллион в перерыве матча Евролиги между подмосковной командой и израильским «Маккаби». С первого раза ему удалось попасть в кольцо, внимание, с середины поля. Вот как это было. За такой героический баскетбол Денис выиграл миллион рублей. Впрочем, одной победой не ограничилось. БК «Химки» во вчерашнем матче тоже проявил себя. Подмосковная команда обошла израильского соперника со счетом 89-83.